это кубок, и здесь ничего нельзя произойти. Ну, Андрюха вообще красавчик, первый матч, гол и пенальти сработал. Да, самой малости не хватило сегодня. Партила вообще. Ну что, ты делаете, да? Да. Я записываю прям видео в последней части, там самый матч, чтобы скорее не делать, просто видос добавляешь и все. Саня, кстати, лучший игрок матча. Санчес. Выиграли? Да, 2-1, так и осталось. О, молодцы. А что там еще кто-то будет? Партейку 1-2. Можно, в принципе. Давай еще матч скажу. Мне пишет. Мне пишется, ты всегда с такими лагами. Я подойду. А ты напиши ему, нет, только с лагами. Вообще никогда, первый раз таки лаги. Скажи, вы с тундры? Походу. Так, сейчас еще пару минут тут. Надо спросить, откуда он? В самом конце вообще пиздец, мяч принимаешь, все, нету, нажимаешь, ничего не делаешь. Великолепный пас. И пробил. Тоже посыпалась команда. Пенальти назначает рефери, и у соперника отлить. Вообще пробить пенальти и забить разные вещи, но сейчас вообще они совпали. С пенальти. Отличное взаимопонимание. Да! Вот это спасение! Владеют мячом и ждут, когда предоставится вас. И как пробил! Альбиоль Тортакада! Так, все.